Приветствую всех на канале Танос Майрон. Это видео будет началом новой рубрики «Заработка в интернете без каких-либо вложений денежных средств» для тех, кто не может или опасается инвестировать деньги и зарабатывать в игровых инвестиционных проектах, подобных таксиманой. Я расскажу и покажу, как с помощью автоматизированных программ даже школьник сможет зарабатывать от 1 до 100 долларов в сутки. С этими программами ваш компьютер будет зарабатывать без вашего участия, даже тогда, когда вас нет дома. В дальнейшем, если вы поддержите эту рубрику, я поделюсь с вами секретом и сниму видео о том, каким образом можно увеличить скорость заработка в этих программах в 500 и даже в 1000 раз. Ну а сейчас я расскажу вам о проекте под названием Webecida, который успешно работает вот уже почти 7 лет, начиная с 25 мая 2011 года. Всю подробную информацию о сайте вы можете посмотреть сами в разделе «Статистика». Думаю, возраст проекта доказывает его надежность без лишних слов. Итак, переходим по ссылке в описании под видео и регистрируемся. Обязательно убедитесь, что после перехода по ссылке в адресной строке вашего браузера будет именно та ссылка, которую вы видите на видео. Для удобства создайте текстовый документ и скопируйте туда все свои регистрационные данные. После регистрации на сайте обязательно сразу же подтвердите регистрацию, используя свою электронную почту, иначе вы потеряете доступ к своему заработку и к личному кабинету. Далее переходим в софт-код для серфинга. Здесь находится ваш личный код аутентификации. Скопируйте его и сохраните вместе с логином и паролем от кабинета, потому что очень скоро этот код вам пригодится. А теперь скачайте автономный установщик Webecida браузер. По умолчанию файлы сохраняются обычно в папке загрузки. После того, как вы его скачали, зайдите в эту папку и установите файл. Процедура установки очень простая. Просто соглашаетесь на все, нажимаете «Далее», ставите галочку «Принимаю условия лицензионного соглашения», «Далее», «Далее», «Установить». Итак, нажимаем кнопку «Готово». Наша программа установлена. Важное замечание. Если у вас установлен антивирус, то добавьте эту программу Webecida браузер в исключение антивируса, чтобы он не помешал корректной работе браузера, потому что не все антивирусы работают корректно и могут распознать Webecida браузер как вирус. Итак, после установки программы автосерфинга отправляемся в меню «Пуск». Здесь нажимаем левой клавишей мыши «Все программы». Выбираем наш браузер Webecida в папке. Нажимаем правую клавишу мыши. Отправить. Рабочий стол, создать ярлык. Все. Запускаем программу Webecida браузер. Переходим в опции «Автозапуск». Здесь ставим две галочки. Автоматически начинать серфинг после запуска программы. Записать программу в список автозагрузки Windows. Нажимаем «Применить». Все. Теперь браузер Webecida будет запускаться автоматически при включении вашего компьютера и сразу же будет приступать к просмотру сайтов. Но перед стартом в опциях вам необходимо будет указать аутентификацию. Здесь нужен ваш ID входа на сайт и личный код аутентификации, о котором я говорил ранее. Для этого мы переходим на сайт Webecida браузер. Нажимаем «Аккаунт» и «Настройки аккаунта». Здесь мы берем наш логин. У каждого он будет свой. Вставляем поле логина. Далее копируем личный код аутентификации. Вставляем в поле код аутентификации. Нажимаем «Применить». Теперь можете нажать кнопку «Старт». Затем можете свернуть браузер Webecida, чтобы он не мешал вам, и можете заниматься своими делами. С этого момента начинается ваш заработок
без единой копейки финансовых вложений. И еще, что интересно, программа работает даже тогда, когда компьютер находится в спящем режиме. Главное, чтобы Wi-Fi всегда оставался включенным. В проекте Webicida я заинтересован помогать не только вам лично, но и вашим рефералам. И даже рефералам ваших рефералов. С чего такая щедрость и почему я это делаю? А да все очень просто. В этом проекте создана весьма эффективная трехуровневая реферальная система. Согласно этой системе выходит так, что чем больше у вас рефералов и чем больше вы зарабатываете, тем больше мое вознаграждение от проекта. Кстати, вам выгодно относиться по отношению к своим рефералам точно так же, как и я отношусь к вам. И еще, в проекте Webicida для моих активных рефералов в ближайшее время я от себя лично установлю дополнительное вознаграждение AfterFBack, которое будет выплачиваться системой автоматически без моего участия. Я ценю свое время и знания, и поэтому отдаю приоритет оказания помощи моим активным партнерам, которые нацелены на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество. То есть, если вы являетесь моим рефералом, то вы получаете от меня бонус. Это дополнительная информация о том, как заработать еще больше денег. А если вы не мой реферал, знайте, что вас без вашего согласия спокойно могут купить на бирже рефералов, и при этом взамен вы не получите вообще ничего. Мои рефералы в любом проекте всегда получают подробные инструкции, как избегать ошибок, как увеличивать свой заработок и выбирать самую выгодную стратегию развития. Поэтому, чтобы избежать нервных стрессов, оперативно получать ответы на вопросы, денежные бонусы и зарабатывать хорошие деньги, вам нужно всего лишь зарегистрироваться по моей пригласительной ссылке и действовать согласно моим инструкциям. Во всех проектах своих рефералов я внимательно отслеживаю в личном кабинете. Проект Webicida, кроме заработка, дает также широкие возможности для рекламы вашего сайта, бизнеса или канала на YouTube, через качественные сервисы почтовых рассылок, через баннеры, контекстную рекламу и многое-многое другое. На этом, пожалуй, я закончу первую серию о заработке на проекте Webicida. Я приложил много времени и усилий создания этого видео и надеюсь, что вы по достоинству оцените мой труд, а вашей лучшей благодарностью будет регистрация на проекте по ссылке в описании под видео. Ну и в довесок, конечно же, лайк и подписка на канал. Желаю вам прежде всего здоровья, благосостояния, успехов и процветания. До скорых встреч, друзья!